Ну что, ваш комментарий матча сегодня? Ну, я думаю, сегодня интересная была игра. Играли с лидером первой лиги. Конечно, обидно, что проиграли, хотя момент имели. Забей мы в первом тайме, голы не получи, гол в раздевалку, то, может быть, и сложилось бы по-другому. А так, я еще раз повторю, хорошая, добротная команда, которая умеет играть в футбол. Поэтому... Была ли для вас игра именно принципиальная в том плане, что вы лучший бомбардир запорожского «Металлурга» вот за всю историю? Ну, приятно было увидеть тех ребят, которые работали в клубе еще, когда я там играл. Поэтому, ну, чуть-чуть ностальгические нотки, конечно, были. Поэтому хотелось бы с ними сыграть в высшей лиге, а не в первой. Ну, так судьба распорядилась. Поэтому, да, скажу, что было очень приятно играть. Угу. Скажите, вот такие вот матчи с лидерами первой лиги усиливают игру Одессы? Потому что после там всплеска, когда было несколько разгромных побед, наступили вот Закарпатьем тяжелая ничья. Сегодня тоже чего-то не хватило. Ну, не хватило забитых мячей просто. Если бы мы забили на один больше, чем эти команды нам забили, и я думаю, мы бы праздновали победу. А так просто не использовали свои моменты. И я еще раз отмечу, и с Закарпатьем, и с Запорожьем у нас были моменты. Просто надо было их реализовать. А так как мы их не реализовали, это сказывается о том, что у нас, наверное, мастерство чуть-чуть ниже, чем у соперника. Поэтому вот и все, весь рецепт. А играли-то, в принципе, хорошо. Спасибо огромное, Валентин. С каждой игрой вы все лучше и лучше.